Ну, после войны мы с соседкой бабушкой. С бабушкой. Бабушкой Любашей пришли. Бабушка Матрёна Гавриловна еще тогда ее звали. Матрёна Гавриловна, у нее было много народа. Меня лечила испух. Во время войны бомбежка была, видно, но немцы на самолеты налетали. И вот, видно, я получила испух. И мы приходили к бабушке. Все, она лечила. Пришли мы поздно. Солнышко уже садится. Домой не успеем, а далеко-то идти было. Она вышла на крыльце, а стояли на крыльце или так, сидели там, вообще. Не знаю, с невесткой они приходили. Она выходит, матушка выходит и говорит, ой, смотрит, солнышко уже скоро садится, идите, я вас отпущу. На маму так сказала. Ну и приняла их. И сказала, что папа жив. Придет. Придет домой. Еще будут все люди завидовать. Так и случилось, конечно. Пришел папа. Он лежал в больнице в Москве, раненый долго очень. С полгода, наверное, лежал. И пришел. И все благополучно. Жили. Долго. Большое ей спасибо, что она все рассказывала. Предвидела.